Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Он довольно короткий, но достаточно емкий по своей сути, потому что на него действительно важно ответить на этот вопрос. А в спокойном состоянии автору вопроса иногда хочется заплакать. То есть, эм, секундное желание. Но это сразу проходит. Собственно, все. Хочется просто заплакать человеку. И что же э, с этим делать? Что это такое? Вообще это подавленные эмоции. Именно что подавляемый и подавляемые как мне кажется довольно ну систематично я бы так сказал то есть это такое вот э, систематичное подавление эмоций и мне кажется что в первую очередь здесь нужно обратить внимание на то а что вы в себе сдерживаете и сдерживаете ли? То есть, если человек что-то в себе сдерживает, если человек а, что-то не проявляет, то, конечно, здесь так или иначе возникают такие вот эмоциональные, скажем так, вспышки. Вот. Это первое, на что хотел бы обратить внимание. Э, второе, на что хотел бы обратить я внимание. Э, своих эмоций, своих чувств. Э, ни в коем случае не нужно стыдиться. То есть э, человек, он вот очень... Часто в таких ситуациях, скажем так, э, смущается и стыдится. Но как это так, я хочу там ни того ни всего э, заплакать. Вот. Там, например, э, право это сделать. То есть не имею права э, заплакать, Иметь. Есть склонность и к тому, чтобы обесценивать э, свои чувства. Тоже весьма деструкти деструктивный, я бы сказал, э, подход. Потому что обесценивать э, свои чувства ⁇ это э, значит обесценивать себя. Это значит обесценивать свою природу. Это значит обесценивать то, какой... Вы являетесь. Я не думаю, что эта позиция является э, позитивной и гуманной по отношению к вам. А хорошо, конечно, если есть люди, если рядом есть люди, которые могут выслушать адекватно, поддержать, не давая, не давая советов, да, не жалея и так далее. Хорошо, если такие люди есть, но если людей таких нет, то самое самое время заручиться поддержкой э, специалиста, поддержкой психолога и начинать разбираться и э, проживать свои, свои чувства вступать в контакт с собой, вступать в контакт эм, с тем, что составляет нашу природу. Вот, поэтому это риск, это шаг в неизвестность всегда. И чтобы было легче, как раз таки и работают психологи, поэтому обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать психотерапию. И в заключении вопрос. Когда это началось? С какого момента? Когда вы стали замечать, что подобное с вами происходит. Удачи вам! Всего самого доброго!